труппа Щелковского театра отправляется на большие гастроли в город Камышин Волгоградской области. Зрители увидят постановки «Аленький цветочек», «Маленькая колдунья», «Стакан воды» и «Свадьба Кричинского». А 24, 25 и 26 мая с ответным визитом приедет коллектив Камышинского драматического театра. Не пропустите! Большие гастроли наших гостей откроют пьеса Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Камышинский драмтеатр также покажет щелковскому зрителю эксцентричную комедию с переодеваниями «Примадонны» по пьесе Кена Людвига. Спектакль «Сокровище капитана Флинта», который идет на сцене театра уже 15 лет. И музыкальную сказку «Бременские музыканты». Гастроли проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Кстати, для нашего театра гастроли в таком формате пройдут впервые. Посмотрим, как принимает зритель, что зрителю нравится. Посмотреть, как работают другие коллективы, другие театры, обмен опытом. Для нас это важно, потому что мы молодой театр, нам нужно развиваться, идти вперед и дальше. Это очень важно для нас, это такая некий экзамен, что ли, да, какой-то тест новый. Приглашаем вас на большие гастроли. Напоминаем, что вход после третьего звонка запрещен, так что не опаздывайте, иначе придется бежать вслед за автобусом, как одному из актеров труппы Щелковского театра. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.